Чебоксарские пляжи готовятся к летнему сезону. Установившаяся на улице жара так и подталкивает людей пойти позагорать и искупаться. На прошлой неделе на центральный пляж уже завезли песок. Его разровняют в течение нескольких дней, а после уложат деревянные настилы, чтобы отдыхающим было комфортнее спускаться к Волге, объяснили в управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города. На этой же неделе завершают покраску скамеек. Несмотря на то, что приемка пляжей состоится в конце месяца, а купальный сезон обычно открывается 1 июня, медики уже в ближайшие дни начнут дежурить в местах отдыха.